Oh.
Слава Господу, дорогие друзья, мир и благодать вам от Иисуса Христа, Спасителя нашего. Я прогуливался как-то возле места, где я живу, и на одном из участков была такая табличка, наряду с украшениями, свойственными к Крисмасу, такая была табличка, там было написано «Keep Christ in Christmas». Я так перевел, сообразил, что действительно очень правильно сказано, что не забывайте Христа в Рождестве. Сохраняйте Христа в Рождестве. Так оно действительно может происходить, что вообще-то праздник для многих может состояться и без самого Господа. Знаете, там хлопушки, веночки, там елочки, там хорошее настроение, музыка, посещение, снег, лыжи, все такое. Вот. И все может, в принципе, пройти и так. Это я немножко сравниваю, как день рождения без именинника. Лишь бы праздник, лишь бы музыка, торты, вот, улыбки. Но слава Господу за то, что вот мы церковь, мы народ Божий. И для нас понятно, для нас открыто, по милости Божией, через Святое Писание, кто стоит в центре всех этих шумных событий, интересных, чудесных, это есть наш Спаситель Иисус Христос. И я поэтому хочу прочитать часть евангельской истории, которая связана с Рождеством Иисуса Христа. Луки, Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 стиха и ниже я прочту. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давидова, имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Такая интересная история, всем очень знакомая, интересная, с давних времен, кто давно верующий. История правдивая, в то же время история по-своему уникальная, неповторимая в человеческой истории вообще. Я хочу обратить внимание, что здесь Бог встречается, всемогущий Бог посылает ангела и встречается с обычным человеком. Конечно, в некоторых околобиблейских повествованиях, может быть, в традиции некоторых религий, Мария рисуется как некий особенный сверхчеловек, небожитель, которая наделена какими-то особенными качествами. Она якобы пришла оттуда, была как-то особенно воплощена здесь, и тоже она была такая вот необычная по-своему. То в храме она там с 12 лет воспитывалась, то еще что-то. Об этом нет повествования в Библии.
Библия говорит, что она была обычной девушкой, с необычным сердцем, верой, посвящением Богу. Но в то же время, когда пришел к ней небожитель, она была удивлена его приветствию, размышляла, что бы это значило. Бог встречается с обычным человеком и дает ему какую-то особенную миссию. Миссия, которая больше, чем он. Миссия, которая для многих кажется невыполнимой и невозможной. Но что ж, Бог делает это возможным. Мы видим, что многие люди, которые были призываемы Богом, они оказывали подобную реакцию при встрече с Божьим посланником. Моисей, непререкаемый авторитет в еврейском народе, когда Бог его призывал в свое время совершить очень такое славное, невозможное дело практически, вывести народ, порабощенный рабством, в очень сильной стране, провести его длинным путем по пустыне, тем более это еврейский народ, это особенности характера и так дальше, он считал себя невозможным это. Говорит: «Господи, пошли кого-нибудь другого, я не могу говорить, я не то, у меня есть масса причин». Но Бог берет человека, наполняет его помазанием, дает ему все способности свыше, и это становится возможным. Интересно, что Божьи планы, знаете, планы неба, какие-то задачи самого всемогущего Бога, они встречаются перед воплощением, казалось бы, в таком узком месте, которое называется обычный человек. Иеремия, когда призывался Богом, это один из больших пророков Израиля, через него была произведена большая работа, но он был очень молодым человеком. И когда Бог ему сказал какие-то славные вещи: «Я тебя еще видел в чреве, я помазал тебя, я предназначил тебе нечто», мы помним его реакцию: «Господи, я молод, я не умею говорить». Знаете, что там нужно пророку уметь говорить, лекции писать, что ли, да? Вот. «Я не умею говорить, я не смогу». Но интересно, Божье утешение, такое, знаете, твердое отцовское. В некоторых случаях он так твердо и хорошо наставляет, говорит: «Не говори, что я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, ты пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, скажешь. Не бойся их, чтобы я не поразил тебя пред глазами их». И вы знаете, так Иеремия встал и пошел. Бог использует и призывает обычных людей. Марии казалось это совершенно невозможным. Напомню повествование, что она услышала от ангела, что у нее будет рожден некто, который будет сыном Всевышнего, который будет царем над домом Израиля во веки веков. И она задает очень интересный вопрос: как будет это? Как будет это? Интересный вопрос, правда? Как будет это? Боже, вообще, вот ты мне сказал, но возможно ли это? Возможно ли это, например, со мной? Конечно, невозможно. Конечно, невозможно. Но Божий ответ, он очень интересный. Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя, и посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мы имеем дело, обычные люди, вы и я, мы имеем дело со всемогущим Богом. В нашу жизнь, в нашу судьбу временами приходят такие вызовы от неба или призывы, которые мы встречаем с такой интересной реакцией: «Боже, как это будет?» И у нас есть какие-то свои аргументы. Мы понимаем, место Марии – это уникальное и единственное событие в истории, чтобы непорочная дева, она зачала. Много людей где-то улыбаются над этим все. Мы с благоговением принимаем, потому что всемогущий Бог из ничего
словом своим сотворивший вселенную, мог сделать это дело, и мы с благоговением принимаем этот факт. У нас нет никакой улыбки или сарказма, что вот девушка стала беременная, если это делал Бог. И вот она встречается с этим: Господи, как это будет, как это будет? Кстати, я обратил внимание одной страницей назад, был другой человек, который услышал, что в его семье появится ребенок. Кто помнит, о ком идет речь? Евангелие от Луки. Был, да, такой человек, священник Захария, он находился в храме, и Бог говорит ему обетование, что долгожданный, долго уже вымоленный сын, он придет. И вы знаете, я когда сравнивал его ответ и Марии реакцию, где-то, вы знаете, она чуть-чуть была похожая, Он спрашивает: почему узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. То есть он как бы тоже спрашивает: как это будет, Господи? Но вы знаете, я обратил внимание, что Божий разговор со священником был несколько строже. Он сказал, что из-за твоего неверия, из-за твоего непринятия Слова Божьего, то ты будешь немым. Ты лишишься возможности говорить. И почти год этот священник молчал. Хотя Божий промысел очень интересный, что вот это моментальное его молчание, оно как раз и подтвердило его веру. Что Бог говорил, и вот я замолчал, это сбылось, значит, сбудется и то, что он говорил дальше. И его жена зачала, и впоследствии он родил. Но я сравниваю эти две истории, практически похожая реакция. Но я пришел к выводу, что то, что ожидается от юной девушки из Назарета, немножко больше должно быть вот в жизни священника, который не раз бывал в присутствии Божьем. От него ожидается больше. И поэтому, может быть, иногда бывает более строгий разговор. Так или иначе, Бог призывает обычных людей в свои необычные дела. И мы видим, что так оно и произошло. Мы понимаем, что это было дело всемогущего Бога. Божий ответ был такой, напомни его, в 35 стихе: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Человек должен пережить на себе помазание. Человек должен пережить на себе особенное действие Божье, чтобы быть способным исполнить призвание Господне. Когда Бог призывал Саула, это был такой человек со своими какими-то мыслями, совершенно не помышлявший о той миссии, которая была предназначена в его судьбу, но он встретился с пророком Божьим. Встреча его была связана с утерянными ослицами. Он искал там со слугою, и вот пришли в город, у него была задача: а где ослицы, где они потерялись? Может, пророк что-то знает? Знаете, такое ведение об ослицах будет предоставлено. Но открылось больше на его жизнь. Мне вот нравится интересный такой разговор. Сейчас я не буду открывать это место, вы помните его, где пророк говорит: вот ты выйдешь отсюда и пойдешь, встретишь там два человека, несут хлебы, они дадут тебе, ты будешь это, потом еще, потом будет сон пророков, и ты войдешь в этот сон, и Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь пророчествовать, и сделаешься иным человеком. Интересно. Мы не можем обойти это в своей жизни, где мы призываемся Богом. Связь с силой Божьей. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и посему ты сделаешься иным человеком и сможешь исполнить это. Я перечислил некоторых людей: Моисей, Иеремия молодой,
Еще есть очень много примеров интересных из Библии, где мы увидели впоследствии, что это имело плод. Но на что я хотел обратить внимание, друзья, есть что-то связанное с самим человеком, что должно быть в нас, что было в Марии, мы посмотрим на это сейчас, чтобы весь божественный план состоялся. Здесь интересно заметить, в конце она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я вот думаю, интересно, а вообще-то вот она стояла перед выбором каким-то, последовать Богу, последовать этому призыву, или это произошло как-то без ее воли? Вот знаете, вот так вот случилось и все, и она встала перед фактом. Нет, конечно же, она проявила послушание. Ниже будет сказано из речи или советы в середине этой главы: блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Она, Мария, была уверовавшая. И поэтому я хочу заметить, что обязательно на Божий призыв, на то, что говорит всемогущий Бог с нашей стороны, с нашей людской, должна быть проявлена вера и послушание. Мы либо примем это, поверим в это, и это начнет происходить, либо мы отойдем в сторону с печалью, со своими какими-то мыслями, и не ответим на Божий призыв. Недавно мне звонил мой хороший друг с Украины. Он размышлял над интересным таким вопросом: что меняет жизнь человека? Он высказал мысль, что вообще-то решение, которое принимает человек. Его оппоненты в этих беседах говорили: нет-нет, Дух Святой все решает. Вот если Дух тебя наполнит, помазание придет, знаете, вот так вот осенит тебя, вот ты сделаешься другим человеком. Он настаивал на своем, что нет, решение. Человек должен принять решение. И он решил посоветоваться со мной. И как раз размышляя над этим, я хочу сказать здесь, приходя к этому месту: вы знаете, да, действительно, то, что Бог посылает какую-то благодать, какие-то дары в судьбу человека, все это очень-очень важно. Но порой это не будет раскрыто, это не будет востребовано и воздействовать, это не придет в судьбу человека, пока человек сам не согласится и не покорится этому. И вы знаете, Мария дает нам хороший такой пример, что она все, естественно, обдумала. Это было очень необычно, она собиралась выйти замуж, у нее были свои планы, она уже была обручена. И тем не менее, то, что она услышала от Господа, вызвало в ней такую реакцию – послушание. Она приняла и согласилась. Что-то большое, что Бог запланировал в судьбе человеческие, оно будет остановлено, если человек не воспримет это и не покорится этому. Друзья, я хочу заметить, подвести какой-то итог из этой истории, что Бог имеет дело с обычными людьми на этой земле. Люди, которые откликаются на Божий призыв, они принимают в себя. Мария приняла вовнутрь себя того, кто был намного больше нее. Она приняла царя вселенной. Кто она? Девушка из Назарета. Кто был в ней? Всемогущий царь. Божий сын, который таким образом пришел на эту землю, которого мы превозносим, которого имя на устах многих. Человек, который отзывается на Божий призыв, он принимает нечто большее, даже чем он сам. И это все произойдет в судьбе послушных и верующих, потому что Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Я в заключение напомню несколько стихов из пророка Исаии, где Бог, говоря о своем народе пророчески, так особенно ободрял его: «Не бойся, ибо я искупил тебя,
43 глава, 1 стих и ниже. «Назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Самарию за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Слава Господу! Есть кто-то, кто дорог в очах Божьих. И Бог множество раз повторяет: «Не бойся». Пусть Бог благословит, чтобы мы с верой и с послушанием откликались на то, что силен Бог совершить в нашей судьбе. Слава нашему Господу! Давайте мы обратимся к Господу и прославим Его имя. Аминь. Иисус, Ты есть Иисус, любовь и время.
Вас с этим замечательным, чудесным праздником, праздником Рождества нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Слава Иисусу! И, как кажуть наши друзья, брати и сестры українці, кажуть таке гарне, чудове привітання на українській мові. Христос народився, славімо Його. В действительности это радость. Я очень благодарен Богу, что вы сегодня в Доме Божьем, что вы сегодня в церкви, в собрании, что вас сегодня много здесь. А вы такой призыв слышали от Господа в сердце прийти в собрание и быть сегодня здесь на таком чудесном, прекрасном праздничном служении. Я благодарю Бога за чудесное пение групп, за прекрасное пение хора. Я благодарю сегодня за молитвы, проповеди. Мои дорогие, как это все чудесно. Вы знаете, если вот сейчас, когда будет еще одна заключительная проповедь, кто-то там стоит, может, на улице, разговаривает, вы их пригласите зайти в церковь. Вот здесь лучше, чем там. Когда есть такое понятие «костер горит дома внутри», то на улице как бы ты ни пытался согреться, но люди бегут в дом, потому что понимают, теплее в доме. Если мы цари и священники, то цари и священники служили в храме внутри. Но было понятие уже тогда внешнего двора. И кто на нем находился или кому там было место, вы тоже знаете. Если мы цари и священники, то когда мы приходим в церковь, приезжаем в церковь, на внешнем дворе у нас тоже служат только те, кто по очереди. Вот это их служение. Остальные должны вот здесь служить.
Вот здесь петь, вот здесь молиться, вот здесь исполняться Духом Святым, вот здесь слушать проповедь, вот здесь быть у алтаря Господнего. И потому, когда вы проходите, кто-то, может, вышел и видит, что там уже собрана группа, вы им говорите: зайдите в храм, не стойте на внешнем дворе. Это очень важно. Вообще, атмосфера вот этого праздника у нас уже идет, если я не ошибаюсь, еще со среды началась. В четверг здесь были прекрасные мероприятия, связанные вот с оркестром, с мелодией, с музыкой. В пятницу мы имели чудесное молодежное общение, где была церковь вместе с молодежью. Мы имели рассуждение о том, как еще не был рожден Иисус, и пришла к Иосифу уже такое смущение отпустить Марию. Но Библия называет его праведным человеком, и Бог ему сказал, как поступить правильно, чтобы быть праведным дальше. Атмосфера эта передалась на вчерашний вечер. Кто вчера не был в церкви, вы потеряли многое. Это было прекрасный рождественский или предрождественский церковный ужин. Было чудесное общение, время. Я по-настоящему вчера открыл глаза и увидел, что у нас не просто есть молодежь. У нас молодежь вчера служила нам, разносили пищу, вместе с нами здесь были. Прекрасно, мои дорогие. Когда будет в следующий раз такое, не пройдите мимо. И сегодня вот как бы, можно сказать, венец всего, еще одно праздничное торжественное служение утром, а вечером будет то, от чего дети не могут уснуть уже третью ночь. Подарки. Если бы так наши взрослые сердца горели Господу тоже: Господи, иду в церковь, хочу подарок. Какой ты хочешь подарок? Шоколадки? Нет. Конфетки? Нет. Апельсинки? Нет. А что ты хочешь? Хочу тебя прочувствовать, помолиться тебе, прославить тебя. Хочу воскреснуть сердцем своим. Для меня это самый дорогой подарок. И Господь говорит: приходи, я тебе это дам. Кого Господь отпустил ни с чем? Кому Господь сказал уходи? Приходящего ко мне. Аминь. Очень благодарю Бога сегодня, еще раз говорю за вас. Итак, возлюбленные, сегодня в нашей небольшой проповеди, может, минут 20, хотел бы поговорить об одной очень важной истине, моментом. Я не перестаю удивляться тому, как Бог отыскал такую девушку, как Мария. Знаете, что католическая церковь, вместе с ней православная церковь, очень сильно отождествляют Марию и не просто называют Мария. Я никогда не слышал такое понятие, как сестра Мария. Хотя у нас есть сестра Мария, не одна церковь. Я часто слышу такое понятие, как есть изречение: «Святая Дева Мария». Некоторые пошли чуть дальше, еще добавляют: есть святая, есть еще приставка: «Пресвятая Дева Мария». Можно я вам задам один всем вопрос? Смотрите, перед рождением Мессии, да, Израиль на основании ветхозаветных писаний и пророков знал, что Мессия должен прийти. Скажу так, как-то верили, что это должно произойти. Мы точно так сегодня как-то верим, что должен Христос за церковью прийти. У меня вопрос, кто верил сильнее или больше, они перед пришествием Христа, перед рождением Христа, или мы перед пришествием Христа? Мы, когда читаем Писание, мы удивляемся, сколько было неверия, сколько было сомнения, сколько было даже недопонимания того, что это в действительности Бог пришел во плоти, что это родился Иисус, Мессия. Мы пожимаем плечами и говорим: какие-то неверующие люди. Я-то верю. Я 100% верю, что Он родился, что Он пришел, что Он есть. Послушай, сегодня тебя Бог заставляет или просит. Он никогда никого не заставляет, просит верить не только в то, что Он родился. Это произошло еще 2000 лет назад, и уже тысячи поколений людей прожили на этой земле, и эту веру в рождение Иисуса пронесли через свою жизнь. Но еще ни один человек, не живущих на земле, не из тех, кто живет, не увидел исполнения второго пророчества, когда Он придет за церковью своей. И мы в ожидании этого дня и часа. И вот наша вера сегодня направлена в ту сторону. Мы ожидаем Спасителя. Мы ожидаем того Мессию, который придет не в ясли, который родится не в Вифлееме иудейском.
Мы ожидаем того Мессию, который придет в силе и в славе своей, который придет на облаках, который придет с воинством небесным, которого узрят все, даже те, которые пронзили. Мы его ожидаем для того, чтобы с ним там быть, чтобы он нас забрал на небеса домой. Это самый драгоценный подарок, который когда-то кому-то Бог определил. Это быть с ним в небесах. Я бы хотел, чтобы вот этого момента, этого дня, этого часа мы предвкушали и ожидали с каждым днем все больше, все быстрее, все сложнее. И как наши дети все нас спрашивают, ну когда подарки, чтобы так мы спрашивали: Господь, ты грядешь, я знаю, я верю в это, я ожидаю тебя, дай мне быть готовым, чтобы встретить тебя. Прежде чем мы будем читать текст из Писания, хочу сказать еще такую мысль. Каждому из нас подаренная жизнь. И эту жизнь нужно прожить. Кто-то считает, что ее нужно прожить для себя. Кто-то считает, что ее можно прожить как-нибудь. Кто-то считает, что ее нужно прожить для Бога и только так, как хочет Бог. Одни люди бьют себя в грудь и говорят, что слышат голос Божий. Другие люди вообще не говорят о том, что слышат голос Божий, но четко понимают, чего от них хочет Господь. Но всем нам подарена жизнь. И ее надо жить. Как? Я люблю говорить такое выражение, ее надо прожить так, чтобы нам не было стыдно перед небом. И чтобы небу не было стыдно за нас. Но когда я помыслил эту мысль, чтобы не было стыдно за нас, я тут же себя остановил на такой мысли, а небу стыдно не будет. Потому что небо отдало Сына на землю. Потому что небо со своей стороны в завете Отца, Сына и Духа Святого осуществило для человечества все то, что должно было осуществить. Бог явился во плоти для меня и для тебя. Для изменения твоей и моей жизни, для понимания Евангелия, для понимания цели Божьей, для того, чтобы ты был в уделе Господнем и в Его назначении, Бог явился во плоти. Бог стал подобен нам, принял образ человеческий, прожил жизнь человеческую 33,5 года, был искушаем во всем, кроме греха, вел себя как человек, имел определенные действования в жизни, которые люди понимали, не понимали, восхваляли, смеялись, кричали, обзывали, было все. Но не было одного, что его делает истинным Богом. Даже во плоти на земле в нем не было греха. Он ни разу не согрешил. Он ни разу не сделал преступления перед Небесным Отцом. Он прожил святую, чистую, можно назвать пречистую жизнь. Ему имя Спаситель Иисус Христос. Слава Ему! Он стал твоим ходатаем пред Отцом Небесным. Он открыл тебе путь в небо. Он назвал тебя своим по имени. Он тебя освятил, омыл, очистил, оправдал, усыновил. Он это все сделал для твоей жизни. Он хозяин твоей жизни. Он твой Бог. Он твой путеводитель. И Он придет за тобою. Вот какому Богу ты служишь. Вот на собрание, какому Богу ты бежишь, едешь, спешишь и хочешь Его прославить. Тот, который оставил небо, славу Отца, ангелу, архангелу, ликование и оделся в человеческую плоть, в немощную плоть, в плоть, извините за такое русское слово, дряхлую, в плоть немощную, несчастную плоть. Плоть, которую люди пытаются лелеять, украшать, тратят на нее величайшие деньги, употребляют таблетки, краски, маски, что угодно, чтобы эта плоть как-то себя показывала. Она с земли взята туда и хочет. И как ты ее не держи, и хоть цепями привяжи к чему-то, а она в землю хочет, она оттуда взята. И Бог ей дал назначение туда. Но у нас есть Дух. Дух внутри нас. Дух, который говорит плоти, вставай, поднимайся, умывайся, красиво одевайся и иди прославляй Бога. Быстро. Она сопротивляется. Она кричит, пройду вечером. Она кричит, я уже был утром. Она кричит, хватит, не могу, не хочу, не буду. Чем больше ты
научился духом смирять свою плоть. Чем сильнее ты духовный воин, тем больше в битве тебя духовный поведет Бог. Потому что ему нужны такие воины, сильные. И вот я не перестаю удивляться о том, как небо выбирало не мисс красоты. Знаете, что странно? Сделали такой опрос, что каждый год, когда проводят вот этот мисс Вселенная, мисс там красоты, там выбирают. Самое характерное, послушайте, я прочитал эту статистику недавно, что мужчины на это, ну, кого выбрали, смотрят больше, чем сами женщины. Может, это так. А вот здесь небо тоже должно было выбрать, найти одну единственную из тысячи тысяч израильских девочек. Одну единственную. Небо не искало высокую, небо не искало с длинными волосами. Тем более, верю точно, что не искало ту, которая накрашена будет красиво. Небо искало другие качества. Те качества небо ценит теми качествами, которые от Бога не приходят в жизнь человеческую. Когда эта молодая девушка по имени Мария, когда пришел к ней ангел, сказала, услышав от ангела слова, у Бога не останется бессильным, что? Никакое слово. Она в ответ, когда это услышала, что Бог будет делать все так, как хочет, и каждое свое слово исполнять, она в ответ говорит, сераба, да будет мне по слову твоему. То есть, я такая хрупкая, маленькая, но я понимаю, что рождена на землю исполнить слово твое, волю твою. Господи, первое, что я здесь вижу, это ее беспрекословность. Русское слово «прикословить». Знаете, оно совсем имеет плохой оттенок. Это когда ты говоришь, а тебе в ответ говорят тоже. Ты немножко усиливаешь свой разговор, а тебе пытаются тоже на повышенных тонах. Или когда ты говоришь, что вот это так, а тебе дают понять, что не совсем так, прикословят тебе. То есть тебе говорят какие-то поперек слова, которые мешают продвижению твоей цели, твоей идеи, твоей мысли или твоей задачи. Она беспрекословна. Я раба, я не остаюсь, да будет мне по слову твоему. Ей ангел не пришел и не открыл, сколько ей придется пройти километров из Назарета в Вифлеем. Посчитайте. И ангел не пришел и не открыл Марии, я тебе хочу наперед сказать, давай будем честными, откровенными, я ангел святой, ты вот должна выполнить задачу, тебе еще придется в Египет бежать с детем. Ангел сказал другое. Если бы вам сегодня Бог наперед рассказал, что вам в жизни еще придется испытать и перенести, многие бы из вас сегодня взмолили и сказали, забери сейчас, прямо сегодня, вот здесь. Может, и я в том числе. Но в том-то и загадка. Что как бы ни была тяжелая жизнь, мы не наперед хотим угадать, где будет трудно, где будет долина, где будет яма, печаль, скорбь. А мы хотим сказать, вместе с Давидом, если я и долиной смертной тени пойду и не убоюсь, не потому что я уже духовно возрос, не потому что я библейский институт закончил, или не потому что я проповедник, а потому что твой жезл и твой посох, они что? Успокаивает меня. Оказывается, в этом есть истинное успокоение. Не в чашке кофе, не в таблетках, не в выяснении отношений, а они, твой жезл и твой посох. Вы знаете, что работа жезла и работа посоха совершенно две разные работы. Но в гармонии, в сочетании одно с другим, они помогают нашей жизни. Точно так, как ремень, то есть кнут и пряник. Мы деткам даем сегодня подарки, конфеты, а сами сегодня понимаем, что смысл Рождества не в красивых лампочках, не в том, что мы принесли солому сюда или еще что-то. Мы понимаем другое. Небо отдало Сына. И какой-то результат земли должен прийти в небо. Какая-то благодарность, какая-то хвала, какое-то понимание того, почему Иисус пришел на землю. И когда с земли от нас, от людей, в адрес Бога звучат упреки, звучат, Господи, не понимаю, Господи, не знаю. Или настолько сегодня есть такое, знаете, умоление Иисуса Христа, такое пренебрежение Иисусу, или такое обращение к Иисусу, как будто Он
с тобой в школу рядом ходил. Он Бог, он святой. Понимая его любовь и его дружбу к тебе, при этом чувствуй вот этот space, чувствуй вот эту сегодня разницу, что он предстоит пред Отцом Небесным. Он твой ходатай. Он тот, кто взял твои и мои грехи на себя. И благодари его за то, что когда он пришел в мир, Бог нашел таких людей, посвященных, помазанных людей, как Иосиф и Мария, которые были послушны Богу во всем. Давайте откроем Луки 1 глава и прочитаем 48 стих. Луки 1 глава, 48 стих я хочу прочесть. Я хочу обратить внимание сегодня, сестры, ваши, в первую очередь, братья, наши тоже, к одному очень важному моменту здесь. Когда Мария возвеличивает Господа, когда она благодарит Бога, молится Ему, давайте 46-го прочитаем. «И сказала Мария, величит душа моя Господа». Как бы я хотел, чтобы каждая наша сестра в церкви сказала: «Господь, как моя душа величит Тебя! День и ночь величает Тебя! Величит душа моя Господа!» Она говорит: «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все народы». На что презрел Господь? На что небо обратило внимание? Что небу понравилось у Марии? Прическа, нос, глаза, руки. Как многие сегодня выражаются словом «фигура». Послушайте, что высоко у людей. Богу о том противно даже говорить. Это в современный уже перевод вам библейских слов, то мерзость перед Богом. Я не против, когда вы заботитесь о своем теле, но я против, когда забота о теле у вас вышла на первое место в жизни, и Христос подвинулся. Он сам против, он Бог-ревнитель, он не потерпит другого Бога в вашем сердце. А другим Богом может стать все. У кого телефон, у кого компьютер, у кого бизнес, у кого футбол, хоккей, у кого кофе. Все. Не вытесняй. Сердце с первого места того, кто принес тебе спасение, кто принес тебе жизнь вечную. И вот здесь Мария, возвеличивая Бога, говорит такие чудесные слова, что Он презрел на ее смирение. Я бы так, если бы послушал со стороны Марию, сказал: «Ну, сестра Мария, не совсем так скромновато немножко». Но кто сегодня вот так помолится и скажет: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне такое смирение, как никому другому в церкви». Если бы так кто-то помолился, мы бы запомнили эту молитву надолго. Мы бы даже попытались бы проверить, на самом деле он такой смиренный, как вызвался таким себя назвать. И вот она молится и говорит: «Ты презрел на смирение рабы». Она еще это смирение не показала. Еще все впереди. Ведь смотрите, когда начинается вторая глава, и мы читаем с вами... Давайте прочитаем с вами со второй главы, 4-5 стих, где написано так же: «И пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидовом, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, то есть уже пришли в Вифлеем, наступило время родить ей». Знаете, в моем характере есть одна нехорошая вещь. Вот исповедуюсь прямо на проповедь. Вот терпеть не могу, когда вот что-то запланировал по минутам, должно быть четко. И смотрю, со временем иду не в срок и не попадаю, ничего не получается. И начинаю нервничать: «Господи, что-то не то». И вот Мария могла бы сказать: «Иосиф, ну где ж твоя мудрость человеческая? Ты ведешь меня очень много километров, аж из Назарета в Вифлеем, и написано, как только пришли, преодолели путь, и тут я наступил во время родить». Что нельзя раньше было прийти? Что нельзя позже прийти? Я читаю Библию, мне иногда кажется, у них нет той мудрости, как у нас. Мы настолько мудрые, мы так все четко располагаем, расписываем, что успеваем везде. И поесть, и поспать, и помолиться, и креститься, и заработать, и продать, и купить. И только в небо не успеваем. А так все. А
Иосиф ей говорит: собирайся, нам нужно идти в Вифлеем. Ни компаса, ни карты. Может, это и было, может, осленок один. И может, Иосиф нарекал в сердце: Господь, ну почему это все-то сходится одно к одному? А одна трудность налаживается на нее другая. А потому что только тогда, когда в моей твоей жизни Бог наложит на одну трудность другую, и ты покажешь свое истинное смирение, тогда ты станешь на колени и скажешь: благодарю тебя, что презрел на меня, на мое смирение. А как иначе твое смирение испытать? Как иначе в тебе это смирение будет проявляться, если тебе не создавать преграды, если тебе не ставить какие-то трудности на пути? Лежа на диване с чашкой кофе, смирение не испытывается. При походах в больших магазинах и покупках дорогих вещей там смирение не испытывается, там довольство проверяется, когда ты себе можешь позволить много. Но когда приходит испытание в жизнь, когда нужно стерпеть, когда нужно пройти вместе с женой, с мужем, с семьей какой-то печальный момент, какое-то недопонимание, трудность, и ты опускаешься на колени, просишь у Господа смирения, послушания Ему, и приходит это в твою жизнь, тогда ты понимаешь цену. Цену истинного смирения Марии. Тогда ты понимаешь хоть немножко цену истинного послушания Иосифа, когда их гонят. Пришли, записались, настало время родить, куда уже идти, никуда, родственников нет, друзей нет, гостиницу ищут, места нет, везде идите, вы нам не надо. И можно было поднять взор к небу и сказать: Господь, извини, так рожать не будем. У нас сегодня робот чуть ли не руководит нами. Недовольство, высказывание своего мнения. Или так, как я только хочу, или будет только, как я. Мы так не сможем созидать не то, что дом Божий, храм Божий внутри себя. Бог из нас делает не просто красивых проповедников, умных пастырей и чудесных певцов. Этому искусству учат на улице, в мире. В церкви Бог учит помазанных, хочет духовных людей, которые готовы будут не просто смиряться, не просто терпеть лишения, а которые, может, настанет время, выйдут на улицу. И за то, что им скажут: веришь ли ты в Иисуса Христа? И он ответит: верю. Ему скажут: я тебя убью прямо сейчас. Вот если таких людей сегодня Бог поднимает, сегодня Бог вдохновляет, и они сегодня идут путем смирения и уничижения для славы Божьей, вот таких есть Царство Небесное. Если я сегодня просто благодарю Бога за то, что пришел Господь на землю, что спас, оправдал, но иногда даже в своей жизни так осуечусь, так закручусь, что даже не считаю нужным помолиться утром, вечером, ну как-то так, если еще есть силы, если еще не усну на молитве, то тоже пару слов скажу, и сразу лег спать. Друг мой дорогой, сестра и брат, помните, Бог когда-то в одном слове своем, это тот текст, где говорил сегодня Павел, читал, говорит: если я Господь, то где, что? Благоговение предо мной. Если я Отец, то где почтение ко мне? Он на это претендует, он это хочет видеть в тебе. 40 тебе лет, 80 тебе лет, худенький ты или полненький, знаешь ты английский, не знаешь, это не важно. Небо интересует другие качества, духовные твои. Где почтение, где благоговение перед ним? Где жажда бежать к Нему? Где жажда слушать от Него Слово? Где жажда склониться перед Ним и открыть все Ему? Вот в чем сегодня вопрос. Она говорит: моя душа величит Тебя, что Ты презрел на смирение рабы. Но вы знаете, что когда Бог дает вам жизнь задачи, когда Бог через вас хочет что-то осуществить, однозначно Бог вас испытает. Иногда мы думаем, что мы сосуды в чести, готовы, и говорим: Господь, возьми меня и употребляй. Знаете, что делает мудрая хозяйка на кухне, которая хочет сосуд употребить? Доставая его с полки и зная, что он там полежал день, два, третий, она его берет и прежде чем употребить, что делает? Чистит, вымывает, хотя бы от пыли. Припилился немножко. И сосуд возмущается. Меня мыть не надо, меня употреблять надо. Грязных. Не то, что люди не любят, и Бог не употребляет. И вот он начинает вымывать. А иногда добрая хозяйка еще рукой хорошо ему потрет внутри так. И Бог настрет.
И мы чувствуем. И когда уходим в свою тайную комнату, не раз говорим: Господь, легко это сказать в молитве, произнести в церкви, в проповеди, в общении с друзьями, что я пойду для Господа, подружусь, я буду. Приходит момент, когда говорит Господь: ну вставай, ты, мне надо сегодня, давай. О, Господи, давай в следующий раз. И ты сам бросишься назад на полку. Ты сам кричишь: хозяйка, поставь, не трогай, я не готов. Ты не боишься, что хозяйка может... Как помните, однажды у нас брат говорил: Миша, приходил к бабушке, а сервант как лежал лет 10-20, так и лежал. Бабушка говорила: не вздумай трогать, это так, для вида. И вот Мария, она была этим сосудом чести, ее Господь употребил. Бедная, в положении, идет, скитается. Ясли не пускают в гостиницы, одно место в яслях ожидает. Но нет робота, но нет недовольства, но нет негодования. Она в смирении, лелеет это дитя. Там пастухи приходят, приносят свои подарки, приходят мудрецы, те приносят золото, ладан и смирну. Но не этом увлекается Мария. Не золото она ждет, не ладана. Она написана, что все слова, сказанные о нем, сохраняет где? В сердце своем. Она понимает, это Мессия, Спаситель. Она так перед ним благоговеет, она так относится к нему. Написано в Библии четко, Матфей повествует: родила, спеленала, в ясли положила. Не родила и бросила, не родила, спеленала и кричит, что делать дальше. Не родила, спеленала, кричит, нет других пеленок. Не родила, спеленала, положила в ясли, говорит: мне ясли не нравится, лёс, я даю тебе 20 минут, пойди найди кроватку красивую. И возле него пребывает. Это дух смирения, это дух сокрушения. Мои дорогие, если у нас этот дух был каждый день и час, нас хоть сегодня возноси в небеса. И вот она в таком благоговении перед ним. Послушайте, придет время, 33,5 года придут. И когда ее сынок будет висеть на кресте и умирать, и капли крови падают, последние с креста, и он скажет своему ученику: Иоанн, вы можете только представить, на каких воздыханиях говорил Иисус эти последние слова свои на кресте. Они равнозначны тем словам, когда он говорил: Отец, прости, ибо не знаешь, что творят. Когда он говорил: Или, лама самохвани, то есть: Боже, зачем ты оставил меня? Когда он говорил: жажду. И он сказал: Иоанн, возьми ее, эту женщину. Она мать твоя сегодняшнего дня. Ты еще, Иоанн, почувствуй ее материнскую ласку, любовь и теплоту. Это мама с большой буквы. Это мама, которая себя украшала не внешне, не бегала за модой, не бегала за тем, чтобы среди женщин выглядеть красиво. Эта женщина уничижила себя. Эта женщина пошла с самой тяжелой долиной смертной тени. И Божья рука провела ее. Иоанн сведет ее со креста. Вы могли бы только представить этот момент, когда Мария уже в возрасте, как минимум ей на то время, уже если взять самое раньше рождение ее было Иисуса, 18 лет, и плюс добавьте 33 года, это уже женщина не молодая, 51-2 года. И Иоанн обнял ее, идет со креста, вытирает слезы и называет ее мама. А ей по-женски приятно, потому что хоть сына родного на крест отдала. Материнские чувства остаются. Здесь можно провести параллель духовного и физического. И Иоанн возле нее рядом утешает. Историки говорят о том, что Иоанн и похоронил Марию, потому что он дожил до глубокой старости своей. Вы знаете, в жизни все отплачивается. И небо никогда не останется в долгу ни перед кем, и никогда, и никак. Мы можем друг другу что-то простить, что-то забыть, что-то записать, а потом забыть, а потом вспомнить через 10 лет, помнишь, $1 я тебе дал? Это нам, человекам, присуще. Но небо с тобой рассчитается сполна. У меня только один вопрос, и мы будем молиться. А есть вообще небо, за что с тобой рассчитываться? Вообще, ты что-то для неба сделал, что небо тебе что-то вот должно еще? Ты себя на алтарь поставил, на жертву. Ты пошел этим путем смирения для того, чтобы созидать церковь свою, чтобы небо могло или хотело тебе еще платить благодатью. Или ты как, знаете, вот сынок пришел до папы, и когда сыночку 5 лет, он говорит: папа, ну дай $5, папа понимает. Но когда сыночку 25, и он пришел, говорит: папа, дай на кофе $5, и папа дает, а в душе больно, а в душе все сжимается, потому что папа понимает, что сын отцовскую любовь, что?
не оценил, не понял и продолжает ею пользоваться, хотя сам уже способен эту любовь изливать дальше в следующее поколение. Мои дорогие, я хочу вместе с вами сегодня помолиться. Я хочу, чтобы в этой молитве мы сказали: Господь, как мало мы в жизни смиряемся, как мало мы в жизни терпим, как мы все хотим, чтобы нам было комфортно, приятно, легко. Благими намерениями дорога в рай не вымощена, она в другое место ведет. Я хочу, дорогой друг, сестра и брат, в этой молитве склонить колени, поблагодарить Господа за то, что если 2000 лет назад была найдена Мария и был найден Иосиф для Божьей цели, то я свято верю в то, что для исполнения Божьей воли и проповеди Евангелия сегодня Бог подымет людей и в нашей церкви, и из нас самих тех, которые жизнь свою поставят на жертвенный алтарь для того, чтобы прославились небеса и наш Спаситель Иисус. Аллилуйя. Аминь.